Очень важно, что все направления, которые мы сегодня затронули, это медицина, это архитектура, это непосредственно и другие направления, они сегодня здесь все есть. И все компании являются передовыми не только в своей республике Корее, но и, соответственно, во всем мире. Нам, конечно, интересно будет заключить различные соглашения и начать сотрудничать, потому что это сегодня наиболее перспективное развитие России в сторону Азии. Ну и, конечно, при помощи Андрея Борисовича, при помощи Михаила Борисовича Торпеда, мы, я думаю, совместно выполним поставленные задачи. Мы договорились о том, что правительство Тюменской области, посольство и торпредство наладят самое тесное, постоянное, что очень важно, взаимодействие по всему спектру областей сотрудничества. И вот стремится к тому, чтобы это сотрудничество воплотилось в конкретные проекты, которые можно будет пощупать руками, на которые можно будет посмотреть, которые можно будет выразить в тоннах, киловаттах, долларах, метрах квадратных, кубических и так далее и тому подобное. Так что, как говорится, за работу, товарищи.